Здравствуйте, меня зовут Екатерина Березова, а это значит, что пришло время для боя с тенью. Бой с тенью – это видеоурок, который позволяет начинающим спортсменам освоить технику бокса. И сегодня индивидуальную тренировку для вас проведет боксер-профессионал, экс-чемпион мира Руслан Проводников. Руслан Проводников – российский боксер-профессионал, выступающий в первом полусреднем весе. Рост 168 сантиметров. Боксирует в правосторонней стойке. Боевое прозвище «Сибирский Рокки». В 2013 году владел титулом чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO. Любая тренировка в боксе, как, впрочем, и любая другая, начинается с разминки. Основная задача разминки – разогреть все мышцы и суставы, чтобы во время основной нагрузки их не травмировать. Руслан, как и многие профессиональные боксеры, использует технику боя с тенью. Это прекрасное упражнение, которое позволяет оттачивать бойцовские навыки. Силу, мощь, скорость, выносливость, ритм, работу ног, а также защиту и атаку. Бой с тенью, пожалуй, одно из самых универсальных упражнений, которое не требует дополнительного оборудования. Еще одним отличным упражнением является работа на лапах. Здесь отрабатывать удары рекомендуется в течение 3-4 раундов с перерывом между ними в 30 секунд. Сейчас как бы отработаем и покажу я вот один из элементов, удар по печени после защиты с шагом, да, с уклоном. То есть, в принципе, многие делают ошибку, бьют. Просто джеб, допустим, бам, и отсюда. То есть, как вариант можно, да, но здесь ты открываешься сильно, а можно сделать шагом, то есть вот, вы группируетесь, и прячьтесь от ударов уже и от левой, и от правой. То есть и здесь вот уже. То есть очень делается легко, но это надо делать очень быстро. Обязательно подтягивать правую ногу. То есть да, многие как бы делают шаг и оставляют все. То есть в этом положении вы уже не ударите не сильно, то есть... Сильно не ударите и вообще как бы дисбалансируете себя. То есть обязательно заметьте. То есть джеб, сразу же подтягиваем ногу. То есть вы в этот момент и скручиваетесь вот, для удара. То есть туда же не надо делать большое скручивание, там замах, да. То есть вы сразу же вот, бам, все, вы уже вот. Вы уже зарядили пружину. Отсюда просто бам, вам с ноги с левой просто остается толкнуть и все. То есть это очень быстро и коротко получается, если делать его технически правильно. То есть если как раз в этот момент соперник бьет правой рукой, то вы как раз успеваете ему под этот локоток, куда он, да, не успел, засадить как раз под печень. Здесь нужно учитывать один очень важный момент. Этот прием можно использовать в том случае, если противник стоит спиной к канатам, и у него нет места уйти назад. И отсюда тоже очень важно, как выходить. То есть не нужно оставаться здесь. То есть после того, как вы ударили, лучше сразу же сместиться, чтобы он останется там. То есть он, чтобы, для того, чтобы ему ударить, вам, ему нужно развернуться. То есть, вы уже его ставите в неудобное положение. То есть, и обязательно тот же момент следить за углами, где, если вы видите, что он ближе к этому углу, то, конечно, лучше вот один из элементов тоже сместиться сюда, да, и отсюда вы уже его заталкиваете в эту сторону. То есть это тоже очень важно во время боя, да, следить, какой угол находится ближе, чтобы самому, вот если угол здесь ближе этот находится, то... В принципе, ни в коем случае как бы туда не уходить, потому что все, вы уже оказываетесь в углу. То есть тут тоже надо следить обязательно за этим. Специально подводить его, да,
И в эти моменты как бы вот уже бам-бам, то есть толкаете. Ну, профессионалов уловок много. Можно и плечом подтолкнуть его там, столкнуть, можно и рукой. То есть для... самое главное, чтобы не видел рефери. Тогда можно все. Важным аспектом любой тренировки является заминка. Это комплекс упражнений, который позволяет осуществить переход организма из рабочего режима в спокойное состояние. Растяжка – отличный вариант заминки. Растяните мышцы, которые были задействованы во время тренировки, и ваш организм скажет вам спасибо. Все, удачи вам и хороших тренировок, хороших подготовок. И будьте здоровы, да.